Добрый день! Мы сегодня находимся в Турции, в Алании. Хочу показать вот турецкое пиво Эфес. Сколько тут стоит в Алании. Ну, обычно у себя в России, в Воронеже. Мы живем в Воронеже, я покупаю, мне она очень нравится. Но цена у нас где-то 50-60 рублей на это пиво. Здесь вот, вот самое дешевое мы нашли, 11,5 лир. Это на наши деньги 115 рублей. Ну, где-то 120, где-то это. Но тут вот видите, как она сделана. Баночка с фольгою. Сейчас мы тут... Что такое один Юн Ле Мис? Для нас это тяжело понять. Это еще бы открыть. Акция. А, ты думаешь, это акция? Угу. Ну вот это в фольге. Держи, не выкидывай. Ну, магазинов в Алании очень много. Купить это пиво без проблем. Ну, прикольно, прикольный вкус. Все это знаю. Знаток я пиво давно. Вот холодненькое. Все с холодильника. Ну, конечно, грубо говоря, она у нас неплохая по вкусу. За 60 рублей. Тут 115, вот самое дешевое. Ну, думайте сами. Зато приятно, когда идешь под горячим солнцем Анталии, в Алании. И холодненько, и тепло. Так что приезжайте. Всем хорошего отдыха, кто приедет. Счастливо.